Темп становился быстрее. Нужно было срочно искать укрытие. Ожидается бомбардировка. Некоторые факты о блокаде. Ремонт. Должен знать каждый. Они те самые духовные скрепы, которые объединяют нас с поколениями военной пары. Вот известный факт, в который трудно поверить. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 года 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был вскрыт. 6 мая 1942 года в блокадный Ленинград вернулся футбол. Игроки, динамовцы и армейцы прибыли с фронта. Вратарь Виктор Набутов рассказывал: «Я посмотрел на свои